Да, снежно, да, морозно, да, последний матч перед отпуском. Ленинградец принимает Тюмень в последнем матче 2023 года. Поехали! Последний матч в этом году и для ленинградца, и для Тюмени. Ленинградец, Ленинградская область, Тюмень в гостях в Санкт-Петербурге на Петровском. Разыграли. Жиронкин, Суханов, неплохо. Отдать, Беляев, пробить. Рука была, нет, да, пенальти ставит. На 14-й минуте пришел Беляев и... Рука Болотова. Болотов вернулся в стартовый состав. Суханов против Любакова, который два пенальти в этом сезоне взял. А ну-ка. Нет, здесь без вопросов. Опытнейший Эдуард Суханов. 32 года, 15-я минута, 1-0. Это все еще быстрый гол до 15-й минуты. Лучший снайпер команды и лучший по гол плюс пас. И в топ-5 вообще бомбардиров всей лиги. Карабашев. Это Порохов. Его показывают. Порохов 5 забил, 4 отдал. У него 9 баллов. Он в топ-5. Яковлев. Рука была? Нет. И в направлении Порохова выходит головой Карабашев. Красавец успеет назад. Татаринова, точнее, опередил. Да, десятку центр форварда Тюмени Никита Карабашев. Ленинградец, у которого 20 очков тоже. Удар. Карабашев отбивает. То, о чем я говорил. Мяч каменовидный. Кирпичеобразный. Такой поймать та еще задача. И поэтому тоже вот дальние удары. Прошлый провел в Саратове. Вообще из Питера, как и многие ребята. И снова момент. Жиронкин забегает, Бачинский отдает. И пробить можно в касание. Забивать второй, забивать второй. Нет, 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 все. Все, 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 все. Егор Любаков берет удар Бачинского, тащит. Ну, читался удар в дальний. Ну, Максим, ну согласись, Максим. Обращаюсь к Бачинскому. В премьер-лигу. Тюмень там не была 23 года. И, судя по концовке года, все-таки запал. Момент, удар, Карабашев! Карабашев! Могли уходить при ничейном исходе. 1-1. Уже светилось в глазах у Порохова. Очень много работает Максим Бачинский. Давайте тоже отметим. Он и слева, он и справа. Центр форвард. Вот он, Бачинский, штрафной. Не падает в касание, забивать. Суханов должен был делать дубль. Бачинский все для этого сделал. 35 лет. Шор «Зенит», тоже «Зенит» 2. Карабашев вышел. Удар поворотом. Выше. Это опасно было. Это Каратаев. Реализация момента. Все это с Кубанью сработало. Намертво Карабашев. Удар Маркелова с левой ноги. Левый фланг. Атакует Тюмень. Под правый удар. И Карабашев. Ну ничего этого парня не берет. Ничего. Попытка сейчас Чуканова. Петров, понятно. Борьба в воздухе, толчья, и мяч улетает за пределы поля. Показывает Кашко, что это угловой. Ну вот как без вас, а? Сложно, трудно, плохо. Самойлов, прямая, красная. По 4 желтых у Байтукова. Исаи. Шитова, Карабашев справляется. Мяч из-под спины у него улетает. Также Балахонцев сегодня в старте. Татаринов в старте. Ребята, которые претендуют. Снова пришел Любаков. Ну, удар. Будет Любаков. Любаков едва не спас. Отворот показывает, да, Кашко. Любаков, это он играл головой. Кашко на часы смотрит и свистит. Все! Первая победа ленинградцев в последнем матче года.